Всем привет! Сегодня гостим в Англии и Франции. Итак, в Манчестере, кроме матча Сити-Фулхэм, который закончился разгромом гостей 5-1, можно было также побывать на боксерском шоу реванше двух британских средневесов Лиама Смита и Криса Юбинка-младшего. Однако обратим ваше внимание на другую пару этого вечера. Представитель Украины Арам Фаньян в андеркарте проводил свой поединок против проспекта дивизиона и надежды британского бокса Адама Азима. У хозяина ринга в активе было 8 побед, 6 из которых досрочные. Но и Фаньян шел на серии из 10 побед подряд. Оба боксера показали на весах ровно 63 килограмма. Это был бой за титул WBA Continental. Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом был Азим. Более того, аналитики не верили, что бой продлится все отведенные для этого 10 раундов. Однако все получилось наоборот. Фаворит встретил весьма достойную конкуренцию, а поединок прошел всю дистанцию. Судьи отдали единогласное предпочтение Азиму. А теперь отправляемся в Париж. Там состоялся UFC Fight Night 226 с главным событием Сирил Ган, Франция, Сергей Спивак, Молдова. Сергей по прозвищу «Полярный медведь» также известен своими выступлениями за украинский промоушен WWFC. А вот Сирил Ган начал свой очередной поход за чемпионским титулом. До этого у него были шансы, но он проиграл Фрэнсису Нгану и Джону Джонсу. Сергей Спивак к этому бою подошел, имея 3 досрочные победы подряд, а всего в 7 поединках последних он проиграл только один раз британцу Тому Аспинеллу. Но противостоять на равных с Ганом он не смог. Большую часть боя прошел в стойке. Спивак попытался несколько раз перевести выяснение отношений в партер, но эти попытки были неудачными. Француз 2 раунда фактически избивал соперника, сначала нащупав подходящую дистанцию, а потом, когда Спивак уже и не сопротивлялся, провел серию ударов с ближней дистанции, и судья остановил избиение. Сирил Ган принимает поздравления, закрывает поражение от Джона Джонса и теперь, возможно, уже в следующем бою сразится с британцем Аспинеллом, которому Спивак тоже проиграл. Благодарю за просмотр этого видео. Подписывайся на The Game.